Друзья, здравствуйте! Хочу сегодня, наверное, немножко поговорить о таком вещи, как улитки. Как они вредят орхидеям, как они поедают новые корни, и в итоге растение гибнет. У меня такое было очень часто. Первое, когда изначально я там поливала общей водой, там одно растение окунуло, второе, там заражение улитками было ужасное. Ну, это было давно, я уже поняла, что так делать нельзя. Иногда они появляются, я знаю, что надо высушить субстрат, положить на сухой субстрат гранулы грозу. И улитки, в принципе, поедают ее и избавляешься от них. Но есть такие, например, у меня кориантесы. Главный враг кориантесов – это улитки. Почему? Потому что в основном их выращиваешь в амхе, а в амхе их вывести очень сложно. И я вот недавно, у меня кориантес, ну вот, ему 1,5 года. Но я смотрю, что он толком практически не растет. То есть изначально, когда он пришел, пока мох был свежий, он наращивал, вырастил у меня как бы вот эти вот росты. Но росты худые. И кориантес этот имеет такие более вытянутые туберы. Это кориантес специоза. Но дальше я смотрю, что идут новые росты. И росты начинают как дырочку появляться. Это значит улитки. И она сидит где-то глубоко в субстрате. И даже... Вот просушить вот этот ком мха, который был, это нереально. А недавно, даже не недавно, я обратила внимание, что лекасты выращивают в мульче в очень мелкой коре. А есть у орхиаты самая мелкая фракция 3,9. Она выглядит вот так, мелкая очень. Вот так. И очень удачно получается. Почему? Лекасты не любят засоление субстрата, поэтому кора не дает вот такого засоления, как, например, дает мох. И также посадила я, в общем, что у меня получилось. У меня вот получилось это лекасты японские. Очень тяжело у них адаптация, кто брал, знает. Ну, в общем, у меня получилось. Вот я ее пересадила уже в эту кору мелкую. И в эту мелкую кору очень хорошо идут вот эти вот корни. И она очень хорошо наращивает массу. Получается, вверху практически сухо, а внизу очень долго сохраняется. И лекастам это нравится. Также я попробовала это на башмаках. На башмаках, я бы сказала, самых-самых таких вот, ну, не очень. И я даже пыталась недавно откапывать, думаю, ну, посмотрю, что там. А там очень хорошо пошли корни, вот сразу в эту мелкую кору. Можно также обматывать низ башмаков мхом и садить даже в эту мелкую кору. Можно просто сразу использовать вот эту мелкую кору. Очень хорошо идут корни сюда. Ну и, в общем, к чему я? Хочу попробовать у него, у кориантеса, потому что ждать цветов от такого растения, ну, смысла нету. Поэтому я посажу его в горшок. Возьму я пластиковый горшок прозрачный, чтобы наблюдать корневую. Я на дно немножко засыпала крупные орхиаты. Это вот 12-18 там. Буквально, чтобы она не высыпалась, мелкая кора. И хочу посадить в эту кору. Посмотрю, что будет. Потому что еще одна вещь. Когда с Эквадора приходили растения, у них очень часто сохранялся ком. Ком корней вместе с грунтом. И обратила внимание, что он использует такую кору. Я думаю, как он? И почему, что у него растения все имеют очень толстые туберы, очень большие бульбы. Вполне может из-за того, что он использует более мелкий субстрат, а не крупный. В общем, попробую. И кориандесы в этот раз у него были в амхе, но до этого они были в... Кстати, я опять забыла. Ладно, под попу подойду. Это килпак. Вот. В общем, так, к чему? И были у него в прошлый раз в этой мелкой коре. И там был просто комок корней. А что мне попробовать? И, в общем, я решила, и результат я засниму, как эта посадка, и что у нас, например, будет через, наверное, месяц мало, потому что сейчас прохладно, корневая все-таки не сильно активная. Ну, в общем, я прикопала
У кориантосов в основном корни идут вот от низу, и нужно прикапывать, чтобы оно хорошо пошло. Ну, в общем, вот так вот у меня получилось. Тоже поставлю палочки. Тоже будет неплохо, если оно не будет шататься. Даже неплохо, это будет хорошо. Здесь даже можно не подвязывать. Немножко направляешь, отодвигаешь, и оно держится. Вот. Так что попробуем, что получится через 2 месяца. Следите за выпусками видео. Будем смотреть, что же у нас получится с этим результатом. Про полив. Поливать я также буду опрыскивание. Я использую еще через 2 недели килпак. Ну и на всякий случай еще через 2 недели еще раз килпак, чтобы хорошо нарастить. Главное не заливать, конечно. Буду опрыскиванием на пролив. Это где-то будет 50-100 мл воды. И где-то не часто, раз в неделю это будет. В общем, будет интересно. Пока-пока!